Всем привет, ребята, и хорошего настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем немножечко в такую игру, которая называется Кавермен Крейг. Да-да-да, именно в нее. Это у нас игра из ряда песочниц. Нет, я бы даже, наверное, сказал бы выживание. В общем, здесь нам придется развиваться в суровых доисторических условиях. Так, назвали себя, как нам полагается. И первое у нас задание, непонятно какое, ну, давайте глянем. Так, ага. Какой-то пришибленный мужик. А играем мы вот за этого человечка в синем обличии. Да, да, да. Опа, еще один упал. Здорово, братан. Что будем делать-то? Титикака, ёпрсоте. Да-да, титикака. Именно так все и было. Д. Ну, что значит Д? Д и у нас идти. Встать перед тобой. Ага, значит, он нам показал, что надо бежать. И, я так понимаю, вот этого маленького динозаврика убить? Ну, убил я его. Что теперь? Что теперь? Чего? Еще одного? Ну и давай этого грохнем. Блин, а это что? Так, В. Это у нас... Бросает камни почему-то. А, надо убить этого камня, что ли, получается. Беги за ним. Да ё-мо, я даже не могу попасть в него. Хитрый твой налево. Да ты что ты, ёпрсоте, да, я его подбил. Нажмите Enter. Чё? Еще один упал. Откуда вы появляетесь, ребята, с неба, что ли? Тащите динозавра в пещеру. Ну, давай, потащили. Так он почему-то не тащит. Хорош там рогать. Так, тащим этого динозаврика, значит. Слушай, братишка, ты вместо того, чтобы бежать за мной, лучше бы помог дотащить тушку-то. Ну, выложил я. Убитый динозавр. Опять у нас куда-то ведет, ага. Показывает на куст. И что нам надо с кустом? А, собирать ягодки. И возвращаемся обратно в пещеру, да? Показывает... Это прям какой-то мой инструктор на первых порах по выживанию. Подождите, а какого фига я побежал-то? А, все, они, значит, уже начали тут сами потихоньку разбираться без меня. Так, а мне-то что делать? Че он там бубнит? Мясо. Еще один у нас появился. Наше племя растет потихоньку. Блин, а туда мне не пройти почему-то. Что же сделать надо? Ребята, думайте, соображайте, что здесь можно сделать. Может быть... А, может быть, надо с ним поговорить? Ну, опять ты мне показываешь на этого тухляка. Так, этот дотащил у нас желтенький. Что дальше? Разделать. Ну, давайте разделаем эту тушечку. Хорош рыгать, я тебе сказал уже, а. У нас что, мало фруктов? Надо побольше фруктов тебе принести. А, давить надо. Это прям точно, действительно, это аборигенские пляски. Та-ра-та-ра-та-ра-та. И сколько я так буду давить? Пока все не раздавлю, что ли? Ну все, кончились твои ягодки вроде как. А, нет, там еще немножко. Ура! Чувак дальше пошел разделывать.
Девятюб. Дизель, девятюб. Монетка у меня какая-то появилась. Или уровень. Какой-то монетка. Ты мне говори, блядь, конкретно на нормальном языке, что надо делать. Я не понимаю твой бубнёж. Ящик. Открыть. И он не открывается нифига. Какой-то блокет. Экспа. Ну и что у меня это экспа? Опа, на. Надо же. Купить. Так, это все там за... О, я посадил целое поле ягод. Так, тут какая-то статуя у нас. И тут статуя. И тут статуя. Так, уже стемнело. Показывает мне. Да пошел ты, я лучше ягодок пособираю. Да хорош там рогать-то, ребята, а? Ну, в самом деле-то. Что ты мне показываешь? Охотиться, что ли? Помочь? Помочь в бою? Кому я должен помочь в бою? Блин, зеленый взял бы, да пошел бы, да показал бы, что делать-то надо. Показывает мне на этого красненького. Помочь в бою ему. Что? Каменная статуя. Ну, наша каменная статуя. Далее что? Что ты мне хочешь тут показать? Ну, пробежимся. Ребята, это что за... Чушок еще тут, я не могу врубиться. Это с другого племени. Правильно, красный, давай его там дубиной сзади. А я камушками тебе тут подсоблю. Так, он прикрывается, да, чтобы по нему не попали. Блин, а как мне-то дубину взять? Че, я только камнями могу, что ли, кидаться? Красный, ну что ты его не можешь добить-то? Давай его накумаривай быстрее, у него уже пол хп. Не врублюсь я что-то, если честно. У меня, значит, жизни отнимаются, а у него почему-то нет. Хотя этот красный там будь здоров наяривает. Нахлобучивает по-черному. Блин, как в снежки тут играем. Не могу врубиться, почему мы его не можем заколбасить, а? Что за фигня? Он еще, гад, за мной бежит по пятам, преследует меня. Сейчас я, по-моему, отдуплюсь. А что мне показывает эта статуя? Приятного аппетита. Ну, давайте я дотащу. Главное написано, используйте камень и дубину. Ну, я уже использовал, по крайней мере, камень. Дубину я почему-то так и не нашел, как взять. Ну, давай выложим ягод. Ох, сколько ягод-то у нас уже здесь. Ага, смотрите, внизу у нас, оказывается, две шкалы. Ягоды и питание. Почти наполовину занято и то, и то. Так, это я научился уже уклоняться. Опять он здесь, а? Смотри, уже восстановился. Бодренький. Блин, почему-то мы его не можем заколбасить, ребята. Я не знаю, в чем тут суть. Тихо, погоди-ка. У меня что там, получается? Статуя ломается, ребят. Я сломал статую. Ё-моё, надо было статую ломать, а не этого дебила бить.
Ой, блин, ну понятно, пока допрет, как говорится. И что здесь? Чувак убежал. А это... Блин, тут на этого напали. Надо типа его сейчас спасти, да? Раптор. Ну давайте спасем. Давай бросаем камни. Красный, давай поинтенсивней. Молодец, ты спас его. Это давит у нас ягодки, молодец. Фиолетовый. Так, опять что-то надо сделать. Идем по стрелочке. И что? Что, желтый? Что у тебя тут такое? Помочь, что ли, тебе как-то? Че? Ага. Че нажал, даже не понял. Но я так понял, что покормил. Раз яблочко. Ну, учитель, слушаю тебя. Все очень счастливы, но... А не пора ли нам поспать? А не пора ли нам поохотиться, блин? А что если забегу в соседнее племя? Куда тащишь тушку, урод? Отпустил. Нафиг, надо сматываться. Я тебе в ответочку. На, получил пару камней в лоб. Опа, не надо мне вот этих вот твоих выкрутасов. Иди сюда. Я с тобой еще не закончил. А то смотри-ка, сидит уже, разделывает. Блин, почему-то он эффективнее в меня бросает камни. Я вот смотрю по жизни. У меня жизнь быстрее уходит, чем у него. Кто кого пристреляет. Так, что сравнялись? Этот там все ждет меня, чтобы я спать лег. Дай-ка я сейчас этого забомблю. А потом можно будет и поспать. Куда побежал? Вот пока ты там делаешь, надо тебя добить. Хорошему уворачиваться-то. Нифига у тебя, братан, регенерация. Оп-оп-оп, что-то там дергается. И все на этом. Я дальше не могу ему снести жизни почему-то. Так, у меня второй уровень, по ходу дела. Что произошло? Типа, бегом спать. Вот тебе камень в лоб. Почему-то не могу ничего сделать. Видимо, надо ложиться спать. А как лечь? Братан, я не могу лечь спать почему-то. Это он пригибается. Наверх тоже он ничего не делает. Камушки только бросает. Интересно, очень интересно. Так, а что здесь у нас обозначает? Энергия. Спать. Спать. Всем спать. Все, типа я тоже поспал, да? Ну, на этом, типа, закончилось твое обучение. Мир перед тобой открыт. Исследуй его, выживай. Что там бегает? Уничтожай, строй, развивайся. Все, и с этого момента я уже сам по себе самостоятельным стал. Блин, вроде игра такая простецкая. Пока допетришь, что тут надо? Ну, что значит незнание английского языка? Или первобытного? Ну что, давайте начнем с азов.
Набираем ягод. Кстати, кустарнички-то уже подросли неплохо. За каждый сбор у меня, смотрю, повышается вон ящик зеленый. Это, по ходу дела, для развития всяких там всевозможных штук. Я надеюсь, я прав. Когда же вы ягодки закончите? Сколько у вас здесь? Так, все, у меня полный запас. Самое время нам выгрузить это все барахло. Так, вот смотрите, шкала заполнилась. Немножко, правда. Еды у нас вообще нету. И тем более я еще и один. У меня даже нет соплеменников. Как-то ты камни хреновенько бросаешь, а? Надо не навесиком, надо по прямой. Так, что сделаем-то далее? Так, шкала у нас какая-то. Типа... побежденных врагов или... Так, здесь у нас никого нет. Это отмена, это время дня и ночи показывают, типа часы. О, один появился. Еще один. Ну, теперь нас просто армия. Ребята, вы что, будете меня все слушать или что? А это что у нас здесь? Смотрите-ка. Смотрите-ка, что у нас здесь появилось, ребята. Кусты. Так, какая-то, не знаю, мишень. Тренировочная, наверное. Три придурка. Эпидемия. Забавно. Только непонятно пока что. Ребята, давайте. Я теперь, я так понимаю, я учитель. Какого хрена ты тут прибежал? Я тебя даже не трогал. Опа, нифига ты даешь. Блин, у меня, ребят, истырил тушку. Не, ну так дело не пойдет, ребят. Надо что-то с этим делать. Это племя надо разбомбить. Дубин у нас нету. А где дубины, интересно, брать? Так, что это такое? Стинки, мясо какое-то. Соточку надо. А у меня только 51. Так, что-то тут показывается внизу. Какая-то информация пришла. Что мелкий паразит... Ах ты, черт, до меня докопался маленький динозаврик. Все, скинул я его. Да скинь ты его, ё-моё, а! Стоит, орёт. Нет, этих мелких надо подбивать. Так, 27. Энергия у всех полная. Что я сейчас нажал, не пойму, на мозги и на... Так, а вот это что такое... Типа он счастливый. Ага, тут полное расписание всего. 1,98 минут в день. Черт, я с этим разберусь чуть-чуть получше в следующем выпуске. А сейчас будем пока... А как, интересно, в мишень попасть? Так. Должно, по идее, быть как тренировочным центром. Давайте ягодок пособираем, что ли, еще. Смотрите, ребята, и учитесь. Вроде внимают. Так, смотрите-ка. Он до них допетривает. Что я делаю? Ага, один сообразил. Второй сообразил. Ну, если ты сообразил, так давай собирай, придурок. Так, вы можете построить какую-то палку с мясом. Смотрите, я отнес ее. Запомнили, ребята? Я надеюсь, теперь без меня-то вы сможете с этим справиться. Так, что бы нам сделать, а, ребята? Давайте, наверное, построим что-нибудь. Мозги, для чего там мозги? Давайте вот эту палку. И где она? Где палка, которую я сейчас только что построил? А, вот, я ее только строю. Палка с куском мяса. И что она делает?
Это наше мясо вялится? Или мы привлекаем этих динозавров? Ох ты, динозавр при... Ну что вы стоите, давайте помогайте. Ё-моё, желтые, желторотики. Сейчас же сожрет нашего кореша. Пошел отсюда, вот так вот. Теперь смотрите, что я делаю. И учитесь. Блин, хорошо, что у него жизнь хоть останавливается потихонечку. Это радует. Там мелкие динозавры, смотри, падальщики жрут что-то. Блин, это всему придется их обучать, да? Помимо того, что их обучать, я еще должен сам обучаться. Что, показать им, как разделывать мясо? Что бы взять еще, а? Это что такое, я нажал сейчас? Тревога. Блин, опять он докопался до моих. Да отцепись ты уже. Смотрите. Желтый-то, не зря я его... Не зря я его учил. Шарит теперь, что надо мясо-то добывать. Так, 250 стоит какая-то сушка белья. Ну, сейчас мы дотащим эту тушечку. И далее посмотрим. А эти пока ничего не соображают, даже что надо сделать. Знак вопроса у них над головой. Так, ну что, с едой, я смотрю, у нас показано полностью, фул. Надо ягод, наверное, да? Ну вот, ребята, вот это уже другой разговор, хоть чему-то научились. То я думал, что я тут все время буду один все делать. Так, 249 у меня опыта набралось уже. О, ягод сколько, отлично. Так, какие-то сообщения приходят. Так, давайте, блин, построим эту бельесушку. Так, тут я ничего не понимаю. Что нам с этой штукой делать? Ну, давайте разделаем пока мясо. Может быть, мясо здесь надо вешать. Ой, мясо, шкуры. Как же ты долго ты его разделываешь, брат? Так, энергия у всех почти наполовину. Жизнь. Жизнь почти у всех нормально. Вот эта информация. А вот что такое фалов? Вернуться, по ходу дела. И скиллы. У них еще скиллы, оказывается, есть. Должны будут какие-то. Это все мы посмотрим, наверное, ребята, в следующем выпуске. Ну а что, в принципе, игруха мне понравилась. Такая довольно неплохая. Жалко, конечно, древо очень маленькое. Опа, на! Ты что делаешь? На-ка! Блин! Хрен с ним, давайте потренируемся. Слушай, а это что-нибудь вообще дает, что я бросаю камни по мишени? По-моему, нифига не дает. Даже не развивает мне никаких навыков. Скорее всего, здесь нужен лук. Из лука, наверное, шпарить надо по ней. Может, тогда будет эффект. А так у меня ничего от этого не... Опа, еще один у нас есть. Ну все, ребята, сейчас заживем. Смотрите, мясо у нас рекой идет. Так, новичок ко мне, да, прикопался. Который ничего пока не соображает. Это, получается, мне каждого надо обучить. Ай, тихо-тихо! Отгреб немножко. Ладушки. Ну что, ребят, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, там будет очень прикольно и весело. По крайней мере, я уже немножко разобрался. Ну что, всем пока! Can't stop now.